Удивительно, что делает лиса во все эти моменты. Когда голуби появляются и так далее. А она... Что ты делаешь? Расскажи. Она ворчит. Перевожу. Уйди из вольера, закрой за собой дверь. Вот так это переводится. Ухожу из вольера. Закрываю за собой дверь. А, да, еще выключи свет, было там сказано, да. Ну что ж делать? Надо уважать мнение лисы. Не знаю, что за грибы. Я понял. Ты хорошая. Я плохой. Да, я понял. Опа. Это какие-то грибы непонятные в большом количестве. Итак, что у нас здесь происходит? Так. Ну так не видно. Придется открыть дверцу. Ну что, ответ еще не получен. Что с тобой делать? И как быть? Ну ты вроде живчик. Будем ждать.